Добрый день. Пришли сегодня вот весенний лес испробовать арбалет Манкунг 80А. Друзья, на что валяемся? Что мы тут валяемся? У нас зайцев тут нету, чтобы ты запах отбивал. Пришли вот попробовать. Купили вот такой алюминиевый. Этот я уже показывал. В разборе. И в разборке очень прост. В этом все просто. Купил я к нему такой вот лазерный прицел. Но сейчас я его начал установил, надо его этот настраивать. Но что-то настройка спилочка. Но сейчас у меня с собой ключа нет. Поэтому начал пытаться подрегулировать его. Но подскочил. И ключа как такового сейчас нет. Так что будем пробовать без этого прицела. Но на этот прицел не настроен, конечно, все сбито. Надо настраивать. Для этого нужно зажать его в тисках на определенном этом. И уже по отходу выстрелу регулировать прицел. Ну так вот. Наташа. Заряжается очень просто, довольно-таки. Может и женщина, и ребенок. Тут есть предохранитель, вот он, без которого выстрела не будет. Бьет довольно-таки мощно. Вот это вот мы брали специальный, чтобы помощнее. Дома у меня есть большой скорпион. Мы его не носим без машины с собой в лес. Ну а так вот, как-то. Ну, ты вообще самое простую сделали. Стрела самая простая, ерунда, легкая, пластиковая. В комплекте входит три алюминиевых хороших стрелы. На одну вот мы потеряли в прошлый раз, не нашли, отскочили. У Дены охотничий инстинкт проснулся. Все, нельзя. Мы не по зайцам, не по уткам, тем более. Так вот. Очень сильный, мощный заряд. Для этого, говорю, нужно тисти, зажимать в одном положении. И по выстрелу, куда направляется выстрел, регулировать прицел. И простой прицел, ну и тем более такой лазерный. Снимаете обязательно потом с предохранителя. Ставится автоматически на предохранитель. Зеду зови. Зена. Где стрела? Ищи стрелу. Ищем. Ищем стрелу. Где стрела? Ищем. Ищем. Да. Так, ищи. Вот так, арбалет очень хороший. Всем советую. Вот, покупайте. Ну, лучше всего с алюминиевым брать. Он не намного подороже будет. Цены я уже, честно говоря, не помню. Ну, что-то Made in Taiwan. Что-то недорого. Все, спасибо за внимание. В следующий раз покажу уже с настроенным прицелом. Дома откорректирую, отрегулирую. Следующее видео будет с прицелом. Все, до свидания.